брати і сестри. Я не спостерігаю. Хто не слухає, да? Той сестра. Хто, да. Хто це балакає, той сестра. Ну, так він сказав. Починаючи навчання тут, я собі записав у зошиті молитву. Господи, у мене зараз в голові повна каша. Я не знаю, що я роблю, що я тут, для чого я тут. І коли буквально на цьому місяці я закінчував шостий розділ пізнання Божої волі, в кінці я отримав від Господа бачення того, що я роблю, і те, що я маю робити далі. Я вклав сюди в цю схему мінімум інформації, але так, щоб її можна було запам'ятати, як кроки роботи. І якщо ви побачите на жовтому кольорі, там молитва треба трошки розширити, воно всі, щоб було видно все. О. Жовтий колір, він являється як фундамент, як молитва, як на, все, на цьому все стоїть. Без молитви не може бути ні одного пункта. Бачите, жовтий колір – це як розчин між цеглою, він залитий між усім. І молитва, по цим всім пунктам у нас є матеріал в наших зошитах, в наших конспектах за 2 роки. Подивіться, там це все є. Але як організувати цю молитву? Як це зробити? Я собі написав піст і один раз на тиждень. Це неділя. Він працює для всієї церкви, для мене. Це вже організовано. Сім'я кожен день, чи ранок, чи ввечері, це мається на увазі з дружиною. Церква 2 рази на тиждень. Як мінімум ви проводите ці служіння. Зробіть цю молитву. Однодумці – це команда. Не тільки команда, ми теж однодумці. Є багато людей, які не в команді, але які підтримують. Їм усім я поробив спеціальні такі папірці, пороздавав і там написав, про що молитись. І це сотні людей вже. І вони моляться про це однодумці. Прогулянка молитовна, 1 раз на тиждень, 2 години. Це треба робити. Це працює. І старший пресвітер, по телефону можна молитись. Це просто практично, як організувати молитву. Далі є слова із Біблії, біблійні тексти, про що молитись. Ви вдома можете подивитися ці вірші, там є все. І водіння Духом Святим, і от про те, що Дух Святий організовує церкву, а не ми. І про те, як знайти чоловіка, і про те, як з цим чоловіком говорити. Там це все в цих віршах є. Це все біблійні вірші. І головне, про що ми молимось, це знайти місце роботи. Знаєте цей текст із 10.1 і 7? І він послав у кожне місце, куди сам хотів. Має бути точна адреса. Ви маєте точно знати, де ви маєте працювати. Може тут, а може там не працює. Поки ви не будете знати, де працювати, ви туди не підете. То не буде ваша віра. Тому перше визначається місце. Господи, куди мені йти? Згідно 10 розділу Луки 10.1, він послав по 2 у всяке місце, у всяке місто і село, там, да? Город і місто, куди сам хотів іти. Обов'язково йти не одному, там було по 2 і там є команда. Для команди ви маєте мати план заходів і зустрічів. Це 1 раз на тиждень, і в мене цей план є. Що це є? Це навчання, це молитви. Це все те, що ми робимо з командою. Це цілий процес. Це і як знайти чоловіка миру. Це і як з ним знайомитись і так далі. Це третій. Після місця третій. І з цього випливає група чоловіків миру. На сьогоднішній день, брати, я тут. У понеділок у нас вже є план зустрічі з чоловіками миру у визначеному Богом місті. І сьогодні зі мною є люди, які в цьому в курсі, які в цьому мене підтримують. Слава Богу. Що важливо для цього місця? Де? Це місце зручне для них. Коли? Це час зручний для них. Це дуже важливо. Я зустрівся з проблемою, брати, коли люди перестали ходити в церкву на групи невіруючих. І вони мені сказали, я в церкву не піду. І ми зробили так. А підеш до свого друга на квартиру? На квартиру піду. Зараз я думаю і планую оце, як мені зробити. Після цього обов'язково йде процес до церкви.
Це навчання, таке як серія 2.7, це хрещення новонавернених, це богослужіння вже з сім'ями, і це закладка фундаменту служителя від місцевих. Ну, а далі регістрація ЄХБ, і повторіть цей коло знову. Меня зовут Денис, я з Житомира, вернее, 25 кілометрів від Житомира, село Студениця. В прошлом году, в сентябре, с нашей церкви сюда на конференцию поехал целый бус. Так получилось, что меня никто не звал, я об этом узнал случайно, и я... Да, я тоже. Потом я понял, что это не случайно. Я узнал это не в церкви, узнал это от других людей, и я просто попросился поехать на конференцию. То, что я здесь услышал, меня шокировало до такой степени, что я потерял сон, я потерял покой, все пошли спать, я заснуть не мог, и в 4 часа утра я уже сидел тут в столовой и не мог понять, что со мной творится. Я открыл Библию, я вам зачитаю, что мне Бог сразу же сказал. Это меня поразило. Псалом 39, 8-9 стих. «Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Вы знаете, это меня как ударило. Я понял, что это Бог сказал лично мне. И я понял, что я что-то должен делать. Я позвонил жене, ошарашил ее. Она тоже была сама не своя. Вы знаете, первый месяц мы молились, мы взяли пост. Мы начали кататься по селам, искать ту местность. И нигде не лежала душа. Что-то не получалось, что-то не то. И тут я заметил, что у меня начинаются новые знакомства с людьми, и, как правило, они все с Марьяновки. Марьяновка – это город Житомир, это район в Житомире. И знаете, я сразу вспомнил как-то проповедь Мороза, который рассказывал, посмотрите на приватбанки, посмотрите на банкоматы, может, кто слышал. В каждом городе куча отделений приватбанков, куча банкоматов. Столько должно быть церквей, а банкоматы – это малые группы. И я подумал, а почему бы нет? Приехал на Марьяновку. Ну, и с этого всего и началось. Мы начали, создали команду. Одни приходили, вторые уходили. Хочу вам сказать, самое главное, что было у меня, это всегда была во всем задействована моя жена. Она мне была таким помощником, что даже как-то через 7 месяцев... Чуть беда не случилась. То есть до такой степени я ее замучил этим служением. Потом, слава Богу, все пошло по новому кругу. Мы проводили лагеря. Мы занимаемся евангелизацией. Мы проводим молитовные обходы. Мы дружим с Марьяновкой. Я эту Марьяновку уже называю... своей Марьяновкой. Не знаю, почему я так полюбил этот район. Мы подцепили на остановке плакат. Мы варим чай и кофе в самоварах. Братья мне помогают, хорошие братья, верные братья. Есть пару фотографий. Мы проводили детские лагеря там, проводили субботники. Мы ходили в школы. Сейчас... опять хотим идти, там есть две школы и лицей. Хотим идти в школу, завязывать знакомства с подростками. Если можно, пару фотографий. Это воскресная школа, мы проводили ее в бусе, моя жена проводила. Что? Не важно, там они в разброс. Вот.
Это люди приносят нам еду, бывает, на остановку. То вареников, то каких-то булочек, то еще чего-то. А? Да. Вот этот самовар вот у нас, он сейчас в стоянке уже служит, этот самовар. Постоянно молимся. Люди это все видят. Это подростки буянили, я их заставил отжиматься, показал пример. Вот это лагерь мы проводили. Большой был лагерь на 60 детей. Поделки, все было. Приходят люди, общаются. Вот это наша остановка. Вот здесь мы потом подцепим баннер. Мы думали, что его сразу сорвут, а уже полгода висит. А сумку самарянина использовали. Знаете, мы не раздали подарки детям. Мы пошли по домам и при родителях поздравляли детей. То есть мы таким способом знакомились с родителями. Раздача литературы, неважно, зима, осень, лето. Вот этот баннер мы подцепили. И вы знаете, очень много людей подходят и говорят: вы знаете, Марьяновка становится чище, Бог помогает, мужики меньше пьют, и это говорят сами жители. Постоянно, вот это субботник был у нас. Вот. Когда дети пошли, я подростков собрал на субботник, пошли по разным улицам, то когда возвращались, те конфеты несут, те печенье несут, те кока-колы. То есть люди благодарили подростков за то, что мы собирали там бумажки, мусор и такое. Вот, приезжал брат с гитарой, песни пели прямо на остановке. Вот это у нас началась мужская группа на Марьяновке. По средам на 6 часов. Тут больше неверующих, чем верующих. Верующие тут я, Левон и Денис. Да. Да. Вот это я использовал момент, привез нашего дорогого брата Павла Трошина на Марьяновку, заставил его молиться. Месяц назад это было, да. Это тоже группа. У нас сейчас на Марьяновке проходит две группы, мужская и женская. Женская, это моя жена проводит с женщинами, а мужская, это вот мы с Леоном проводим у брата. А, как появилась мужская группа? Мы сначала собирались общей группой у одного человека. Левон привел на группу одного парня. Можно назад фотографию? Еще. Где он? Вот этого парня Левон привел на группу. Он посидел, послушал. Потом вот этот парень Игорь пришел с этим на остановку. И вот тот Андрей говорит: а давайте еще будем чаще собираться. Я говорю: а где? А он говорит: давайте у меня дома сделаем дом молитвы. И это, знаете, это меня просто поразило. Это сказал неверующий человек. А кто еще помнит, 2 месяца назад я рассказывал про него, он в бусе покаялся. Помолился молитвой покаяния. Но потом он пропал, а это опять вышел, как говорится, на связь. И опять он с нами и уже предоставил свой дом для того, чтобы мы там собирались. Вот так мы и разделились. Мы пошли сюда, мужчины, а женщины остались там. Большая просьба молитвенная поддержать. Знаете, чтобы у каждого из нашей команды дома есть, бывают всякие проблемы. И сатана бывает больно так бьет, и всякие ситуации, которые могут выбивать из колеи. Я прошу, чтобы Господь защищал наши семьи. Завтра мы хотим на 6 часов вечера собрать марьяновских людей и повезти. У нас на Ватутина приезжает группа с Киева какая-то молодежная. И мы хотим повезти этих людей, ну, на концерт, на эту группу. Тоже за это просим молиться. Вот такое.